Good, bad. I'm the guy with a gun. I live again. Хей-хей, это Just Play It, ретро-насилие, и мы продолжаем играть в Bloom. Есть предположение, что это финальная глава, но будем посмотреть. Сразу проблемки. О! Что-то новое. Так, парни. Зашли в оркестр. Ладно. Что у нас какая-то новая штучечка появилась? О, Тесла-пушка какая-нибудь. Так, огнемета 264. Фига они, блин, в одной ячейке стоят. О! О! А это похоже на морг. Очень похоже на морг на самом деле. А, фонарик. Огнеметик. Никогда не любил такого вида телепорта. Пойдем на голос. А, это лес. О, секреточка. Это лес, где там... Ну, хотя это цирк. Ну, то есть, Джо-Джо. Комната страха, блин. Чё? Где там что льется? Ну, это очень похоже на лес, но так это цирк. Так. Перейдем на классику. Эй, парни! Ага. А, короче, в комнатах ужасов и в аттракционах типа нужен определенный рост. Я как раз такого роста. О, Super Spine Crusher, короче, название говорит само за себя. Super Spine Crusher. Черт! А
это комната думовская, вот с этими тварями. Даже... Они такие распятые там, блин. Да-да-да, я помню это место. Фига вы тут на херни наворотили. Я знаю, кто первопричина. Вначале его. Так, еще одно есть. Так, воду нам нельзя. Черт, он плодится. Так, я его добил? Добил. Ну раз их так до хера, будем, короче, использовать то, что дают. Как она? Пейн... Ну, короче, эти. Элементаль боли их называли в Думе. Я сейчас тебе Хортми. 400. Походу, это предел. Кубики эти так стоят, как будто по ним можно прыгать. Платформер наше все, терпеть их не могу. А, тут просто сюда зайти. Никуда тут не прыгнешь. Как мне повезло. Так, парень. Походу нам туда, на финальный бой. О, это же бой. Это же место с этим, с главным демоном, который там был летающий. И девочка тут была. Ну, если так, это конец первой главы, ну ладно, первой части, например. А там еще была, ну типа дальше можно было идти по сюжету. Я надеюсь, он здесь будет. Так, потому что так-то мы не все видели. Ну, давай мы опробуем эту штуку. Хотя огнемет тут имбовый, на самом деле, можно было бы с ним. Но вот этой штуки мы просто не пробовали. Если он в одном месте, что и этот стоит. Show yourself! Да, вот он, прекрасный мой дорогой. Тесла-пушка. Я во что-то упираюсь, блин. Так-то все окей. Ты открылся? Но... Тесла-пушка, это, конечно, хорошо, но я все-таки думаю, надо пожечь. Ты что, меня ждешь, что ли? Почти угадал. Огнемет тут настоящая имба, блин. Начали электричеством, потом этим. Амелия!
Но он здесь эпизодический. В Блади это был финал первой главы из всей игры. Как бы я думал, что это вообще конец, а потом раз, и еще уровни образовались. Я надеюсь, человек сделал и остальные уровни. Так, отсюда мы приплыли. Ну, как бы ладно, окей, хорошо. Чего за елки? Патронов больше не дают. Но уровень сложности я какой-то слишком легкий поставил. Чуть выше среднего, а по ощущениям, что мне не хватает сложности. Там эти копытами, когда трепали, у меня жизнь вылетала в хлам. О! Либо кубики опустились, либо это другая локация. Нет, это другая локация. Потому что там была вода. Ну, типа, я сюда мог бы отбежать, спасаться от него. Но надо было ставить посложнее, чтобы я бежал. Похоже на финал. А нет, воды просто нет здесь. И четыре эти твари должны выйти. Телепортнуло. Мы в дом перебрались. Дают патронов. Дают много патронов, и, скорее всего, мы чего-то ждем. Ну, давай. Так-то много патронов-то, на самом деле. О, Zero Trail Runs. Вы что, думали, я здесь вас оставлю в живых? Говно вопрос. Понятно. Вот это блядское переключение, пока ты долистаешь до нужного. Мне пригодится огнемет. А надо было просто переключиться на нормальное оружие. Ну ладно. Разрывной. Короче. Так, отлично. Так, первый пошел.
Второй пошел. Твари не дали мне взять мою штучку. Долго же он переходит. Электричка говно. Бессмертный козел. Все, больше никто не нападет. Хотя это не конец уровня. Но похоже на конец уровня. Огнемет. Повторный уровень. Клоуны. Я рад, что это не конец. Ой, я по... По Бладу это был финал. Ну, типа финальная комната с собаками. Трис... И тут собака была, я тогда помню, ее бил. А тут прям какая-то музыкальная тема стоит. Что-то они тут объединились. Чуть-чуть ты не ожидал, правда? Это не лифт. Ну, короче, призыватель умер. Жизни есть. Кнопочка. А так бы, если я должен был отступить, увидите. Я решил не отступать. 3 из 3. Мы ждем гигантскую собаку, скрещенную с кем-то. Так. Огнемет, понятно. Это хрень. 100 ракетниц. Я, блин, в оригинале... Ух ты, 2 как в Думе. Там 2 этих барона надо было. Так, нет. Они сейчас за мной будут ходить. О, тут их миллион.
Тесла пушка все-таки в оригинале была лучше, в оригинале Блада. А тут такая себе. Слабая и ничтожная. Так. Блять, ты что творишь? А вот топот был в оригинале, на той сложности, которую я проходил, он был в разы сильнее. Мне за раз выносило жизнь. Один удар, и я без жизни оставался. Кстати, о жизнях. Неудачность телепортации, да, дядь? Хотя идея крутая. Гранатки. Но вышли они как два из оригинала. Буль-буль-буль. Очень неприятная вещь. 24 хп, блин. Да это потому, что я подставляюсь. А не потому, что сложность большая. Маленькая сложность. Надо было ставить получше, повыше, побольше. О! Понятно. Что вы задрали? Так, жизни-то у меня ни хрена нет. Снежинка. Снежинка. Вообще эпично закончить этот уровень, просто убить себя. Ну да ладно. Где моя прелесть, усни? В доме погасли огни. Раз тут есть лифт. Такое ощущение, что я не дошел. Нет, все в порядке. Так, окей. Что у вас мало? Походу они оттуда и летят. Главное знать, откуда они выходят. Ну, окей. О, еще один.
Резкий, как понос. Так, меня кто-то другой убил. Но мы зато знаем, где они выходят. Черт, заново я их не сохранился? Конечно же нет. Нахрена? Let it snow. О, дамаг. Так, этот раз в разы хуже. Меня взрывом дамажит. Все в порядке. Этот нормально. Так. Вот что за говно? Сезам. Кончилось. Хрена он! Мощный парень, оказывается. Головы взрываются. Я их выпустил, да? Понятно. Цепляюсь за стенки. Круто, спасибо. Да я чуть-чуть уклоняюсь, в стенку пихаюсь. Что это за дрочь? Так, там кто-то есть еще. Что ж, парни, вот и все, вот и все. Сейчас мы заберем жизни. Ну, если это финальный бой, слабовато. Надо было уровень сложности ставить выше. Ну а так, первые три смерти подряд. Обычно мне на более тяжелых уровнях такие испытания. А тут... вроде как-то и терпимо. Вполне проходится легко. Так, крыски. Это меняет дело. А с другой стороны сойдет. О, парни, парни. О! Наконец-то что-то нормальное по сложности. Я думал, не будет. Так. Главный вопрос к вам, господа любезные. С чем мне туда идти? Так, ты хочешь сказать, что у меня нет этой, потому что я тратил этот? Ну да, потому что я тратил БФГ.
И мне, в принципе, не с чем идти. А пулемет? Ну, короче, все понятно. Немножко пулемета есть. Вот с ним мы и пойдем. Ну что ж, выглядит хорошо. Многообещающе. Обещает мне тут убивать. Нормально сходу. Ладно, это прям очень, очень радует на самом деле. Такое поведение ко мне. Ну вот, теперь сложность чувствуется, в принципе, получше. Да говно вопрос, пойдем. Значит, будем издалека мочить, раз прямое взаимодействие запрещено. Ладно, собрать и убрать. Ох, как хорошо, в жопу-то прилетело. Ну что ж. И пукнул, допустим. Ну, слушай, раз нам не дают сблизи бить, давай издалека. Все как в старые добрые времена, по-крысятнически. Я все время так мог проходить игры, ну, в плане... Обижают. У меня до этого сильные противники тоже были. Хули на них. А, ракеты. Ракеты меня дамажат сильно. А эти штуки нет. Ну тогда ладно. Понятно. Вот такие трассера как раз и дамажат. Остальные не так. Но они, походу, только такими и стреляют. Ладно, слушай, но зато мы теперь знаем, в чем причина. Эта штука херово стреляет, она меня убивает больше. Это ближний бой. Так-то мне не с чем к ним идти, кроме как... Электричка эта говняная. Я не дострелю, она для ближнего... Короче, кроме ракеты, наверное, здесь ничего толком не предложить вам, друзья. Но цель наша все-таки какая? Правильно, садануть издалека. Ледышкой мы не дострелим. Огнеметом мы не дойдем. Можно попробовать это говно. Но мне кажется, надо будет ракетами херачить, потому что другого дальнего оружия у меня попросту нет. Пулемет есть. Оп! Ну зато я мобильный стал, подвижный. Но... Так. Электропушка... Нет. Пойдем с этим говном. Не нравится, как он себя ведет здесь. Костюм сгорел. Значит, долго там находиться нельзя. Но ракеты вроде как делают свое дело. Дамаг лютый, конечно. При ударе я же всю жизнь теряю. Ладно, пойдем. Сколько у меня костюм держится? Короче, главная мысль осталась прежней. Мне нужно стырить оружие. И БФГ. Так. Костюм мне пока не пригодится.
Нам нужно шарахнуть с БФГ вначале. Нормально. Хорошо, мы ушли. У нас есть 100 зарядов. Это лучше, чем ничего. Сойдет. Подозреваю, это было все. И что из крупного? Электричка, ну, в смысле, ледышка, после которой нужно добивать. И, соответственно, я там мру. Я просто не знаю, сколько я в костюме продержусь. Нисколько. Ну, ладно. Стратегия не удалась. Пойдем по другому пути. Парни. 150. Я бы на вашем месте дал бы мне побольше. Ну да ладно. Короче, вот сейчас мне бы какое-нибудь нормальное оружие, а его нет. Короче, план был хорош. Заставить, чтобы они стреляли по нему. Ну, наконец-то я начинаю умирать в этой игре. Очень редкое явление для этой версии. Ну, учитывая, что мы... Нормально, я на ракету нарвался. Так, так, мне нужно оружие. Пулемет, это была хорошая мысль. Так, добрый вечер. Поздоровались. Да я с ракеты умираю. Печально. Ну, патронов у меня не так много, чтобы отплясывать и отстреливать. Но мысль весело отражается у меня в голове. 200 патронов. 400 патронов. Я понял. Но раз мы идем на ближний бой, детка, значит, я предлагаю взять искренне приятную вещь, которая себя оправдала. Но мы пойдем в бой в лоб. Ну как в лоб? Сбоку пойдем. На гуга. Самый неприятный момент. Бля, я за костюмом побежал. Сколько он длится, этот костюм? Кто мне скажет? Почему нет таймера костюма? Мне очень нужен таймер костюма, чтобы понимать, сколько, блин, он держится. Так, а есть у меня что-нибудь полезное? Я еще хуже стал видеть, конечно, это полное говно. У меня есть акваланг. Ну, шляпные сапоги, конечно, нахер никому не нужны. Короче, огнемет. Ты че, выключись?
Нам эта фигня не пригодилась. Конечно, прикольно сверху бомбить. Но нет, я все-таки считаю, это не главное. Нормально, нормально, я сказал. Давай уже мне оружие. Вот как, сука, дебильно я поставил кнопки. Мне бы нормально переставить на привычные кнопки, что я всегда играл. И играть так. Нет, я, блин, не меняю. Да нет, нужно, короче, с краю выходить, чтобы у меня видели только двое или трое, как я изначально планировал. И не бежать ко всем. Нахера это нужно? Тут, может, телепорт есть все-таки где-то? Короче, не тот. Не вправо надо бежать, хотя здесь нужно наоборот встать с одной стороны, чтобы у меня один только стрелял. Тогда мне нужна будет все-таки вот эта штука. Короче, надо бежать вот сюда. Чтобы мне не все видели. Вот, трое уже отсеклись. Понятно. Я так и не понял, может, там телепорт есть. Я должен куда-то выкидываться сюда, потому что... Ну, потому что они заканчиваются. Эти штуки защитные. А, ни хрена. Ой, я нашел другое место. Я нашел другое место. Мы сейчас пойдем не туда, а вот сюда. В костюме, естественно. Понятно. Но план хорош. План настолько хорош, насколько это возможно. Вот туда мы и пойдем. Здесь слабое место, здесь никого нет. Потом нам надо будет как-нибудь вернуться. Ага, все. Короче, ракеты можно обойти. Можно. Но нам нужно что-то покрупнее. Заморозка. Да она не возьмет его. Она крупных-то не берет, не то что таких. Взяла. Но место интересное. Место правильное. Заморозка, потом на что-нибудь и убить. Но у меня остается возможность, что я могу не выжить здесь. Короче, надо встать так, чтобы они на одной линии были. И не видели меня, кроме одного этого типа, от которого я могу уклониться. Короче, самый идеальный план. И они его тоже дамажат. Так, один есть, мне бы костюм. Есть, сука, взял костюм.
Я просто не знаю, сколько мне еще остается, но мысль понятна, короче, нужно замораживать. Раз они так подставляют. Дамажьте его тоже, да, дамажьте. Быстрее. Да, блядь! Чё ты, тварь, так долго переключаешься? Ну, блядь. Так долго он переключается нафиг с этой заморозки ссаной на любое другое оружие. Но смысл понятен, короче. Нам надо бежать сюда. Здесь они его дамажат, и я его дамажу. Здесь он попадает под огонь трех. Хорошо, хорошо, живем. Тебе не должно понравиться эта штука. Бля, походу костюм кончился. А сохраняться бесполезно здесь, потому что сейчас я такой стратегии придерживаюсь, а потом захочу по-другому играть. Но в принципе пока эта штука действенная. Взять три костюма смысла не имеет, скорее всего там где-то есть заход наверх. Вот сейчас они его тоже дамажить будут. Хорошо, дамажьте, дамажьте. Блять, сука. Переключение оружия, ты чё творишь? Ты на чьей стороне? Почему ты так долго меняешь? Дай мне мою штуку. Короче, я нашел тему. Сейчас попробуем ей воспользоваться. Я не знаю, сколько костюм длится. Агритесь, агритесь! Так, блядь. Блядь! Я не знаю, сколько у меня костюм продлится, но попробуем сохраниться после этого и добежать до костюма. Хотя, может быть, не будем бежать до костюма. Я понял, сам виноват. Давай заберем это говно, пойдем туда. Я не знаю просто, сколько у меня костюм продлится. Бам, нафиг. Сука, ну зато я нашел стратегию, как его убить одного. Второго я тоже могу, но мне только нужно... А тут их пятеро. Короче... По одному. Сожрем по одному. Не так я встал. Надо встать, чтобы они дамажили его. Давай. Некогда расслабляться. Костюм не порвите, главное. Ну, дамажни его. Сука. 28 хп. Я за костюмом бегу. Ну, слушай, мы сдвинулись с мертвой точки. Они начали умирать. И им это не нравится. Но это не нравится и мне. Умирать так часто. Но, к сожалению, все, что мы имеем. Дамаж, дамаж его тоже. Крупными ракетами он быстрее склювнется. Клювди. Есть. Уклонились, уклонились. Сбоку меня взял.
Так, это... Хорошо, мы вовремя сохранились. Хорошо. Никому не нравится удар с двухстволки в упор. Серьезно, я прошел. Сука. Так, нет. Надо вернуться добить этих летающих тварей. Ну слушай, я прошел. И это прям хорошо. Как мне перенестись? Ну, либо я их не добью, я просто пошел, потому что у меня костюм заканчивался. Тут еще приключения будут, все нормально. Надо отступить, тактическое отступление. Тактическое отступление. Сука, пошел вон, призыватель ссаный. Мы ждем гостей еще, я так понимаю. Так, мне нужны патроны, желательно все. Огнемет, кстати. Давление ненормальное, да? Я понимаю. У меня самого давление такое себе. Нервишки шалят. Я хочу добить тех. Ну, хотя на самом деле не очень хочу. Я надеюсь, они прилетят откуда-нибудь с того уровня. А что, отпустилось? Я что-то открыл. Я что-то открыл. Это же паранойя, понятное дело. Я прям слышу, как дверь закрывается. А это похоже на лабиринт из сада. Он и есть вот эта штука, которая поднимается, опускается. Они ее на последний этап закинули. Сочувствую. О, гаргулии и зимний сад. Охуенно, конечно. Кто-нибудь скажет мне, где... Спасибо, спасибо. Ну ладно, аптеки у нас есть. Бесполезные.
Гаргули, кстати, я тут поверху ходил в оригинале. Здесь должны быть какие-то штуки модные. А он тут не прыгает. А. Прыгает. Здесь должны быть какие-то штуки. Ну только не говори, что мне никто здесь секретку никакую не оставил с патронами. Жадёбы, ладно. Вот жизни. Пока есть, надо возвращаться за ними. Спасибо, спасибо. Кстати, попробуем. Пол не дамажит, хорошо. Я просто в костюме сюда приходил. О, мы можем их добить. Мы добьем. Я не хочу оставлять за собой мокрый след из долгов неубитых врагов. Ты что хоть? Парни, я вас ни в коем случае не забыл. Ты прикинь, я только в одном месте могу залезть. Ко мне. Вроде приблизился, но не смог. Какая-то стрельба по тарелочкам. О! Я на утках тренировался на Дэнди. Тварь дикая, блин. Короче, надо забирать пулеметные патроны. И идти выручать друзей. Они здесь застряли, как души. Души умерших друзей. Так. Спасибо за патроны, дорогой. О! Не надо так делать. Просто сбросил меня вниз. Как хорошо, что... Как хорошо, что что? Ты чё, серьезно? Я застрял непонятно где? Нельзя туда, значит, спускаться. А как выходить? Ну, это какой-то глюк. Слышь, я хочу их добить. Ну, блин, я могу их добить. И хочу их добить. Я их добью. Да я понимаю, да, маг, все дела. Да-да-да, иди жги кого-нибудь другого, я здесь уже был. В смысле оставить их в покое? Это неправильный подход к игре, ты чё? Оставить их в покое. Мне потом скажут, что я кого-то не убил. Там еще чувак бегает. Ну, конечно, это казенное добро. Ладно, пойдем. Убьем их так. Главное, чтобы я смог вернуться обратно. Где еще одна эта тварь? Дубль 2. Мы и так не можем. Да я до нужного уровня пролетел. Вот сука. В смысле, я не могу второй раз это пройти? Ладно, блядь. Я все равно их убью и, блин, вернусь. Вопрос, как я вернусь? Вопрос, вопрос. Ну да, я трусливо сбежал, потому что мне нужна была жизнь. Я вернулся, восстановил ее. И сейчас вернулся трусливо их убить. Из пулемета.
Все понимаю, но мне это нужно. Да еб-то кто придумал тебе ступенька? Почему я упал? Как бы патрончиков у меня... А я по-другому не вернусь, кроме как через эту херню, потому что здесь нет выхода с этой стороны. То есть я пошел еще и без костюма. Вообще герой просто... просто нашего времени. Так я могу пропрыгать, смотри. Даже не это. Я могу по этим штукам прыгать. Сейчас, блин, не повредить тебя не получится. Слышь, вообще без дамага прошел. Клево. Так. Пошел нахер лифт. А куда ты едешь, лифт? Ну, теперь-то мы в нужном месте. В нужном. Так. А-а-а, он вернул меня вообще обратно. Дробаш. Дробаш, не вопрос. Так. А что туда есть? А. Вот эта штука как раз и есть. Я понял. Ну. Будем надеяться, что у нас получится открыть дверь. Мы вообще сюда вернулись. В этом пространстве эта дверь открыта. И здесь мы были. О, а это нормальное пространство. Нет? Я должен в другое прийти и здесь включить. По логике, это игра как в этом. Очень похоже на то, что это та тема, которая есть. И с той стороны мне нужно дверь обойти. Ну то есть, в принципе, тут есть два пространства. Закрытое и открытое. Ну, короче, где вода есть, где воды нет. Вот переключая эту штуку, у нас пространство меняется. Но я подозреваю, своим возвращением я засрал свое прохождение. Прям что-то очень, мне кажется, на это. Подозреваю. Что так оно и есть. Ну, зато у меня патроны теперь есть. Ага. Вот мы переключили измерение. Вот мы снова здесь. И теперь... лифты. Но почему-то мне какая-то мысль, что именно сюда мне нужно было идти. Почему мне именно кажется, что сюда? Вот хуй его знает. А теперь как проверить это? Туда ли я пришел? Так ли я это сделал? Что мне нужно сделать, чтобы... Подозреваю, что я ломанул игру, возвращаясь. Ну, попробуем, ладно. То, что он предлагает. Зачем он мне предлагает сюда залезть? Ну, как бы...
как бы я вернулся с того, с чего начал, и зачем я это сделал. Подозреваю, что я все-таки ломанул ее. Ладно. Попробуем выпутаться из этой ситуации по-другому. Ну, как бы... Тут особо разницы-то нет. Что-то, может быть, новое у меня открылось. У меня никаких этих штук нет, ничего нет. Патроны, да, окей, соберем. Но осталась мысль, что я сам себе подъебал. Так-то я как бы... Ну, зато я не... Надо было там, конечно, сохраняться, но да ладно. Откуда же я мог знать, что она сломается? Но мне почему-то подозрение, что здесь надо что-то еще переключить. Ну вот этот рычаг как раз он переключается только на другом измерении. А, вот лесенка мы здесь не были. А, подожди, точно, мы не дошли просто по этому парку. Я уже истерить начинаю. Гаргулии, мы же ждем. Ждем. Здесь должен... А, здесь был лед, он взрывался просто. А здесь теперь вода на место этого. Гаргулии нападали. Замок. Я понял, то они вообще все перемешали. Слушай, ну главное, я пошел дальше. Я не сломал игру. Да, блин, рыцарь! Я бы за ним следил бы глаз да глаз бы. Да что можно... Понятно, десант. Что началось-то? Для кого я тут броню взял? Правда, прикольно, когда я отхожу. Дамаг мне не пролетает, не успевает, а ты умираешь. Так, взрыв перед лицом никогда не любил. Пошел вон, плохой пес. Так. Нормальная механика. Приветствую. Хорошо в челюсть с правой. Это тебе, пес. Взять. Плохой пес. Говорю, взять. Да не собаку, что ли, за шкирку скинули? Так. Здесь кормушка должна была быть, огнеметик. Кстати, добрый вечер, давно не виделись. 94 и сердце. Можно поприветствоваться. Патроны. А-на-на-на-на. Малыш, я по тебе успел соскучиться. Я даже успел испугаться, что мы потерялись.
друг от друга. Ну, раз вы взрываете там, я буду сжечь. Покричи мне. Хорошо, беги, освещай. Все-таки больно. Я думал, ты терпишь. О, что это за пена? Ты летающие крылья. Крыса. Ну ладно. Так. Час 10 я уже иду, а это значит, что... Еще пол уровня, блин, скорее всего. Судя по тому, что здесь творится. Мерзкий, мерзкий. О, да, я помню это место. И нам в подземелье, скорее всего. Да, ну так... Так все перепутать. То есть здесь нет ничего привычного. Если ты хотя бы примерно понимал, где в оригинале идти, здесь... Ни хрена я не понимаю. Хотя оригинал обе игры пройдены. Ну, понятно, что они направили меня только вот с... Да я понял. Больно, горячо, но что делать? Короче, нам сюда. Сейчас я тебе все про дом твой расскажу. Про лучшее место твоего дома. Почему ты это прям лестница первого уровня? Оп! Головы, которые взрываются, прикинь. Открой личико, гельчитай. Откройся. Буль-буль-буль. Сдвоенные стволы и какая-то херня там крутится, и скорее всего... Не надо тут под водой бегать. Машины. Бля, походу там призывать. По Лавкрафту, что ли? Ёпта, они плавают еще. Вот это что-то с чем-то. Ну, клево. Да, жизни там лежат. Надо за жизнями валить. Мне есть сапожки. Ну, клёво, чё. Надо вначале за жизнями сходить. Как-то можно туда залезть. Ага. Да, я понял. Я понял мысль. Сапоги надо не выключать. Прыгнуть туда, потом наверх. Короче, переключаемся сразу на эту штуку. Раз. Два.
3. Так, эта схема не сработала. По воде, значит, они не шарашат, а наверх шарашат еще как. Но идея запрыгнуть, взять жизни мне нравится. Пока у нас есть такая возможность, надо ей пользоваться. Что ты начал-то? Нормально же общались. Все, короче, погнали. Я выжил. Опс. Добрый вечер. Застрял, что ли? Так, ну ладно, мы выжили, и это хорошо. Кстати, скафандр-то есть. Есть, я его ни разу не использовал. Все, можно плавать спокойно. Я просто без него всегда плавал. Всплывал каждый раз. Ну, судя по всему, 37. Тут скафандров полно. Вот. Лесенка, которая никуда не ведет. Но эту местность я помню в Думе, как раз с этим кольцом она и была. 50. И мне, походу, обратно плыть. Пока выключимся. Ну, ладно. Что могу сказать? Ну, подозреваю, что мне именно... А, тут весь уровень затоплен. Здесь, короче, где горело, потушено должно быть. Но не везде. Понятно. Мало то, что взорвали дворец, так еще и подожгли его. В смысле, затопили. Давай-ка мы откроемся.
Почему-то мне кажется, что мне сюда. Потому что просто тут вода везде. Так, выключить. Я все еще сохраняю главную мысль. Что мы там делали, что мы там не сделали. Для чего мы это все? Ну, водные... А, тут тоже теперь вода. Короче. Дверка, скорее всего, какая-нибудь открылась. Ну, видно, изменения появились. Так, жизни. Тут нормально все с ними. Короче, по идее, должна открыться вот эта вот дверь. Мне нужен красный череп. Ну, я так-то никаких черепов вообще не подбирал. Я просто жал на кнопки. Так. Я уж думал, нет. Я все еще задаюсь вопросом. Все ли я там взял? Мне почему-то кажется, что надо еще плыть туда. Как бы... О! А вот эта штука открылась. И это финиш. Здесь открылась просто эта штука. А, ну да, просто открылась штука. Я сам-то себе не верю. Как-то все подозрительно. Мы с кем-то биться, наверное, будем, да? Очень похоже на то, что с кем-то биться будем. Патронов дают, жизни дают. Большое пространство. Очень много патронов. Они хотят, чтобы я их взял. А это похоже на дворец финальной битвы, где 4 босса было. И судя по оружию, дают именно для этого. Это Чернобог здесь был. Но почему-то здесь ничего нет. Я именно так тогда открывался. Либо он через какое-то время приходит. Но это Чернобог здесь должен быть. А, нужно ракетой. Я знаю, что куда-то сюда надо шарахать. О, мне кто-то в ноги подкинул. Ну, подозреваю. Ну, потому что я точно так же там тыкался, пока я не открылся. Собаки. Ты тут слабый, Собакин. В Бладе ты был сильнее. 190. Паучиха. А, белый демон. А это чисто кибердемон, только белый. Точнее, это. Кака-демон, блин. Тактическое отступление. Раз ты меня морозком бьешь, я тебе буду огнеметом бить. Сейчас, по идее, Чернобог должен выйти. Или кибердемон. Ну, скорее всего, и ни тот, ни другой мне не понравится в плане. А, тут же 4, точно. Да, я помню тебя, тварь. Так, надо что-то покрупнее. Так,
понял, у него дамаг сильнее, чем у меня. О, электричество. Собака тут с двух сторон должна открываться. Давай мы откроем, чтобы свобода пространства была. Я же так и этот раз и бил. Она здесь заперта, получается. Она с этой стороны выйдет. Чувак, я главного бога бил здесь. Я прекрасно знаю, как тебя убивать здесь. Так, эти педики мешают. Было неприятно. Кибердемона я послал, походу. Походу на то. Спиздить у главного босса жизнь. Жизни сейчас соберем. Патрончиков, чтобы просто так не тратиться. Нормально. О, погнали. Твари под ноги лезли. Мы ждем подкрепления. Дождались снегопада. Пошел нахер. Кажется, мы ждем подкрепления. Сохранился. Или сохранился? Сохранился. Тогда ладно. Пойдем пожрем. Могли бы мне патронов оставить. Ну, короче, теперь можно же наконец-то использовать нормальную штуку. Ну, наверное, мы сделаем. Я скучал по тебе, дорогой огнемет.
ждем еще одно подкрепление. А вот и Чернобог, кстати. Вот в это я уже верю. Призыватель пришел, ладно, стало повеселее. Короче, механические ножки надо убивать. Пока валим. Призыватели размололи просто. А он телепортирует мне монстров. Непонятно, о чем мне прилетело. Я не понимаю, кто меня убивает. Так-то, по идее... Вот эта штука взрывается, когда меня убивает. Призывателя еще позвали. Просто застрял в лестнице, прикинь. Так. Говно вопрос. А мы теперь туда не зайдем. Он меня не пустит. О, и он пришел за мной. Так. Значит, мы ждем гостей, пусть приходит. Кстати, самое забавное, что была версия Doom, ну типа с монстрами Blood, она была на открытом пространстве, эта битва. А эту битву мы выиграем в этом же помещении. Ну я не говорю, что легко, я говорю, выиграем. Электрошок. Я бы на открытом пространстве бился, но нечестный.
Финалочка. Ну. Походу мы на том же конвейере. А он из четверых одного делает. Ревенант со смертью. Гаргулья, блин, и мертвая душа. Имп и зомби. Зимп. Ну, конечно. Барон Ада и, блин... Киберволк, этот волк мерзкий. Главный босс, который был. Зомби-солдат. И зомби. Имп и этот. Им... Такой бомж, блин. Ну вот, призыватели гаргульи, блин. Для меня самое мерзкое сочетание. Ну, ему идет. Толстяк и барон Ада. Ну, а этот. Рыцарь Ада. Толстяк и пулеметчик. Ну, в принципе, ничего и не поменялось. Еще плеваться начали. Зомби-призыватель. Зомби-призыватель, блин. Ну, да. С этим, с пушкой Гаусса, блин, и пулемета. Вот эти мерзкие акулы, которые меня бесили. И толстяки, блин, с ракетницами. Не помню, как их зовут. Элементаль боли. Ну, такое ощущение, что мы повторяемся, да? Да, мы повторяемся. Ну что ж, я так понимаю, эта концовка не кончится никогда. Обычно тут что-то нажать надо. Но, видимо, это будет вечно. Ну что ж, я предлагаю завершить эту прекрасную серию. Возможно, там что-то есть дальше. Ну, я не знаю. Новый сюжет и так далее. Тут как бы можно за Калиба пройти, но мы посмотрим, короче. Захочу ли я повторно идти эту игру. Но всем спасибо, игра закончена. Титров я, в принципе, не вижу. Они так коротко написали. В принципе, неплохо. В целом, достаточно интересно. Пожалел я, наверное, уровень сложности надо было повыше ставить. В принципе, как всегда, мне не хватает вот этого изнасилования, чтобы мне игра изнасиловала. Я прям там кровью плевал от радости. Но последний бой, конечно, дал просраться, но... Бывало и лучше время. Маленькая комнатка с толпой мне понравилась. В целом, прекрасный мод. Учитывая, что они соединили две игры вместе, они стали вообще не похожи друг на друга, учитывая, что знакомые вещи, и в некоторых местах даже секретки ты можешь найти. Так что, в принципе, посмотрим, что во что мы будем играть в следующем. Вот.
Новый год близится. Ну, наверное, вы это видео увидите уже в новом году. Но я этого не знаю. Посмотрим в любом случае. Так что, если это будет не в новом году, скорее всего, она как раз где-то в этих пределах выйдет. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом или уже с наступившим. Увидимся с вами в новых видео. Предлагайте темы, во что поиграть. Хотя, на примете есть несколько игр, в которых я обязательно сыграю. Так что, спасибо вам, друзья. До новых встреч. Еще одна игра закончена. До новой игры. До свидания.